Вспоминая, как в первой доте это была довольно актуальная и забавная тема. Пикаем пятерых героев и идем на первом уровне, убиваем Рошана. Это было прикольно, да, в этом был авторитизм. То есть враги, когда видели, типа, вау, они убили Рошана на первых минутах, они же крутые! Давайте я буду их фидить и сливать себе игру. Было множество тактик, да, там можно было впятером убивать Роху, там втроем, можно было использовать баги. Сейчас я покажу вам великолепную реализацию этого второй доте. И для этого нам нужно будет всего лишь два героя. Это Лич и Урса. Запомните, два. Посчитайте до двух. Раз, два. Раз, два. Ладно, я пикаю, короче, Лича. Пикнул я Лича. Покупаем ему Ring of Protection. И давайте даже три фляски купим. Плюс Iron Beach. Ring of Protection мы потом уже, это ваше дело, можно проапгрейжить до Tranquil Boots. И идем сюда. Теперь я создаю Урсу. По задумке, вы играете за Лича, ваш друг играет за Урсу. Моя сложность в том, что я буду играть сразу за двух героев. И буду путаться, потому что на Рошане мне нужно будет отводить. В этом вся проблема. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Я создал, видите, Урсу. Обосранный тупой бот автоматом купил ему итемы. Я все выбрасываю и добавляю ему предметы через команду, потому что этому герою я не могу покупать предметы сам. Добавляем предметы. То же самое, что у Лича. То есть стоимость точно такая же. Все честно. Все. Вот они, два наших героя. Урсе качаем третий скилл. Лечу качаем второй скилл. Я уверен на 100%, что вы прекрасно знаете все скиллы этих героев, поэтому меньше слов, ближе к делу. Теперь смотрите. Лич кидает второй скилл на Урсу и на себя. Танковать вначале будет Лич. Так, все, let's go. Идем, идем, братюня, давай, давай, давай. Опа. Опа. Вот, нормально пошло. Говно по трубам потекла. Жижечка потекла. Опа, нет-нет, братюня, ты заканчивай дело свое. Отводим Лича, продолжает Урса. Так, отрегенился Лич, подходит, отходит Урса, врубает реген. Ударил, отошел. Не забывайте про пассивку и про промежуток времени. 6 секунд. Так. Все, давай, братюня, заканчивай, нормально. Опа! Опа! Изи бризи. Ну, вот такими темпами мы просто по изичу за одну минуту. За одну минуту я, играя за двух героев, отводя по очереди, убил Рошана. Ну, вам, конечно, будет гораздо легче, играя с другом, то есть там вообще не будет никаких проблем. Вы видите, очень эффективная тактика. То есть враги не додумаются. Даже если додумаются, то за одну минуту они точно не успеют додуматься до этого, что вы на Рошане вдвоем. И тем более среагировать. Вот такие вот пироги. А, подбираем Аегис, точно. Вот, все. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.